тяжки есть, крупно в крупно, а вот эти тазики, всякие палки, вот где ящик висит, туда сложишь, ну чтоб стол освободить. Ух ты, он камеру взял, а я пожалела, думаю, я не взяла фотоаппарат, и у кого я жарков там сфотографироваться. Таня, ну повернись хоть. Я не испорчу вам. Все носятся, приехали только и стараются все. Миша монтирует машину. Ты на рекорд-то нажал? Да. Я думаю, или по кругу, вот посредине ты кустики. Ты скажи вот этот кусок тоже, да? И раз. И два. Не все, получается. Говорит, горячий, подсасывать надо. Да, да. Думала, можно потечь. Угу. Да? Галя, я тебе говорил, да, что ноги сломали. Пошел первый метр. Машуня перебирает гвоздики, готовит стол к обеду. Машуня, скажи что-нибудь нам. Как Золушка? Перебираешь чечевицу. Тетя Галя проверяет работу. Дорогой, конечно, а он туфтовый. Угу. Это он дорогой, пытается, потому что он несколько границ прошел. Это оправдать же надо. И показывает французов, которые раскрыли эту поручный этот круг. Центральная находится, ну, где, 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 где,
Ребята, открывашку вина я брала или нет? А, Миха, ты что меня снимаешь? Ты ждал, что ты права, чтобы... Ты шлюпанцы мои увел. А тебя еще можно снять? У вас штаны такие, то ли бриджи, то ли шорты. Сразу прямо тут начали. Сиди, Маша, сиди. Так, я половичок принести, чтобы под попу. Подождите, мягонький. А зачем? Да, так да, замерзнет ваша. Да, ну перестаньте, Галина, Леонидовна. Для этого ткани надо. Надо, надо. Ой. Миша, скромный стол. Вот тут вот посмотри. Италия. А прочитай, я не знаю. Монсеньер Луис. Монсеньер Луи. Старая значка говорит. Да конечно. Ничего себе. С прошлого. Тут вообще, месье Луи, руж. Вино, Франция, виноградное, это натуральное, сухое, наверное. Красное. Так его надо разводить водой, чтобы... Так, это мы потом разводим. Так, вот это Юрий Иванович. А вот это сейчас доберемся. Нет, это все унесли под конец картошки. Посадка картошки. Можно. Умаялся? Вот и все. Поработала, теперь домой. А? Маша собирается домой. Ну, счастливо. Последние штрихи. Вот и все, картошка посажена.
Вот этот, что ли? Как называется? Вот видишь, как? А кто тебе сказал? Баба Каля сказала. Ты уже смоешь скоро его. Все. Так, что жуем? А вы как давайте? Все взяли? Да. Маша-то не будет. Не шум. Ей нельзя. Со сгущенкой или со Ку-ку-ку-ку. В ожидании бани. Топим баню. Может, что будет? Топится, топится в огороде баня. Я его спрячу. Ох, прикинь, блин. На компьютере будет хорошо, да? Ну, скоро штурочки поедут. Нас видно хоть? Видно! Маша, здорово! Работа. Работаешь? Хорошо. Не мылись, я тут шелушила. Я тут шелушила. И давай я повяжу вот так. Да мне тепло. Нет, нет, нет. Дай вот эту шаль, ей цены нет. Да. Давай, вставай. Рахит. Так что. Тебе неудобно. Ну садись на чурочку, если хочешь. Это называется шведский стул. Еще и медок, еще и гречишу. Иди за кофтой. А что? Да это короткое. А, ну давай. Где там, в твоем сумочке ключи? Без ключ, без машины там еще больше нет? В пайке купили? Нет. Мамашу повезли, а человек куча. Мы как раз вот поляну переходили. Молодежь. Еле-еле-еле волокли.
Константина, она высадила цветы и листочки, говорит, думаю, что они такие серебристые, ага. А они замерзли, видела же. Видела, подумала, сорт какой-то такой необычный. Они вот эти вот, они потом, конечно, равномерно отойдут. Кто остался?